Давайте начнем прохождение Resident Evil Remake за Криса. Я записывал уже специальное видео. Вот, оно получилось очень долгим, но там я всю информацию рассказал, которую нужно, ну не то, что нужно, но желательно. Желательно знать тем, кто собирается смотреть мое прохождение. Вот. Короче, это самое. Чтобы просто на этом всем время не тратить во время прохождения, потому что я буду отвлекаться, мало ли что я забуду сказать. Вот. Поэтому я решил сделать отдельное видео. Вот, и давайте уже, значит, начнем игру. Вот этот режим Once Again, это, то есть, еще раз поиграть, да? Вот, а вот Real Survival, Invisible Enemy, дополнительные режимы. Берем Once Again, нормальный уровень сложности. Так, и за Криса. Я знаю, что некоторые, ну не то, что некоторые, ну да, не знают игру, поэтому давайте заставки я не буду пропускать. Alpha Team is flying around the forest, situated in northwest Raccoon City. Where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of the mission. Субтитров тут нету, так что... Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. В принципе, суть... Bravo Team was sent in to investigate. Суть как и в оригинале тут. Только... Bravo Team's helicopter was a derelict. Ладно, помолчу пока. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. Музыка похожа на Динокризис. Когда Тирекс. Бой с Тирекс. Короче, в оригинале заставка была черно-белая. Она смотрелась намного более прикольно, стильно очень. Знаете, как в фильмах ужасов старых. Вот. А в ремейке почему-то сделали цветную. Плюс еще в оригинале было типа как будто фильм, представление, кто в главных ролях, а тут этого нет. Вот это очень, очень плохо, что убрали. Было очень клево. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Сейчас что-то звук намного тише, чем был в заставке. Вот сейчас уже начинается сама игровая заставка. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... Напомню, что играем за Криса, а не за Джилл. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris, take care. Yeah.
Так, теперь мне бы вспомнить управление. Так, это инвентарь. Вот статус мой в левом верхнем углу, но вы его не видите, потому что очень ярко. Вот. Но проблема в том, если я яркость сделаю пониже, то некоторые текстуры, вот, например, вот здесь вот, ну, некоторые текстуры будут другие, будут очень темные. Вот. То есть, как бы, вот единственное самое яркое место, которое не видно, это статус мой. Вот. Ну, в принципе, мой статус, он только для меня, в принципе, важен. Как бы, да? Вот. Некоторые места просто будут очень темные, вы ничего не увидите, поэтому лучше уж так оставить. Это значит, у нас тут будет головоломка потом. Вот, с этими часами. А. Ну, это пока брать не будем. Просто хочу так... А, вот, разворот. Чтоб мне не забыть, а то сейчас зомби будет. Ну, в принципе, я могу пристрелить его, конечно. Да, тут зомби не умирают, они потом восстанавливаются. Но сейчас подробнее об этом скажу, если кто не знает, да? Вот, значит, даже если из ракетницы зомби убить, то он не умрет. Вот, единственный способ это бошку снести. Вот, а так, всех зомби тут, когда ты их как бы уже убил, да, их нужно сжечь. Есть у тебя вот зажигалка и бензин, но ограниченное количество бензина. Но если ты их не сожжешь, тогда они потом будут бегать, они будут очень сильные, быстрые, с когтями. То есть нужно тщательно выбирать, каких зомби ты убиваешь и кого ты потом сожжешь. То есть как бы такую стратегию. Стратегия такая, надо думать. Это не то, что, знаете, в пятом, в четвертом Resident, тем более в Raccoon City, у тебя там дохера патронов, ты бегаешь, всех расстреливаешь налево и направо. Тут совсем по-другому. Конечно, не сравнить одно с другим. Вот. Ну тут, конечно, смотрите, тут survival horror, у тебя... Количество патронов ограничено, а монстры все очень живучие. То есть, например, если в оригинале на одного зомби ну, нужно, например, 4-5 патронов, то тут 7 или 8, или даже больше. На одного зомби. Представляете, как много? Вот. Плюс еще после этого сжигать надо его. Вот. Ну, так что то, что я играю с бесконечной ракетницей, это, в принципе, не очень интересно. Я говорил уже то, что мне управление неудобно, меня просто будут постоянно кусать, и я просто не выживу. Просто не выживу, и тогда, соответственно, игру не смогу пройти. Вот. Теперь, значит, как в сценарии за Джилл, за Криса начало одинаковое. Я вот уже делал, начинал прохождение, но там я сдох, не сохранялся, и поэтому придется заново сейчас. Вот. Ну, это как бы уже официальное прохождение, так что то видео мало кто будет смотреть, а вот это оно официальное уже, как бы, да? Поэтому... Ну, зомби там в другой стране стоит. Или нет? Где он? Ага, в той стране. Так, тут сейчас видеокассета. Так же, как... Вон. Вот. Я буду отмечать те моменты, которые есть, которые тут изменены по сравнению с оригиналом, да? Вот. Ну, мало, ну, может, для тех, кто не знает, да? Вот, вот смотрите, в оригинале тут ничего нету, тут стенка. Вот, а в ремейке здесь дверь, и там дополнительная локация. То есть тут в ремейке, я уже говорил, то в видео, типа вступление, то что тут есть некоторые новые локации, новые комнаты, новые помещения. Вот, так вот это вот помещение, его в оригинале нет, оно только здесь добавлено специально. О. Так, тут у нас клетка без птицы, тут обойма. Ну, мне не нужно, в принципе, сейчас она... Вот, потом тут наверху будут сидеть вороны. Так, сейчас из этих двух лечилок пока беру одну. Ну, на всякий случай. Инвентарь у меня ограничен, сундука мы пока не нашли, поэтому пока возьмем по минимуму. Так, теперь сюда. Вот тут мне надо будет всех зомби убить, потому что я увернуться от них не умею, уворачиваться.
Вот. То есть, мало того, что вот этот уже мертвый, потом он встанет, он будет бегать. Вот. Вот его сжечь нужно будет в первую очередь, потому что тут я буду ходить потом. Вот. И тут еще зомби есть. Их тоже надо убить, потому что иначе я не смогу пройти. Лечилок тут тоже очень мало, как и патронов. Вот сейчас тут где-то должен быть зомби. Не знаю, убил я его, нет? Да, вот он как раз. Видите, прям здесь. То есть ты прям бежишь, и он прям сразу тебя откусает. Ну, нужно уметь уворачиваться просто от них. Когда я играл на эмуляторе несколько лет назад, я играл на клавиатуре, на компьютере. Мне было удобно, я быстро научился, но правда у меня не всегда получалось. Вот. А тут с нунчаком и вимоутом мне сложно очень. И там еще один, но его убьем, наверное, потом. И вот, кстати, обойма еще лежит, видите, для пистолета. Там зомби прямо за поворотом. Ну, в принципе, нам тут пока делать нечего, поэтому возвращаемся. Сейчас нужно будет бежать обратно в главный холл. Вот вообще в этой игре много, так называется, бэктрекинг, да? Когда ты все время возвращаешься обратно в те места, где уже был. Вот. То есть, как бы условно говоря, побежал в какое-то место, нашел какую-то вещь, возвращаешься обратно, где ты был, ее используешь. Потом еще куда-то побежал, еще что-то нашел, опять возвращаешься, опять. И вот, и так постоянно бегать туда-сюда. Вот. Потом тут еще будут текстовые файлы, ну ладно, мы на них потом остановимся, сейчас я о них говорить не буду. Вот. Видео делать в 720p качестве смысла нет, потому что все равно игра идет 4:3, разрешение стандартное, поэтому 480p, я думаю, самое оптимальное, как бы. Тут больше и не надо. Но. Если бы я играл на эмуляторе, на компьютере, то было бы 16:9, и я бы мог играть спокойно на 720p записывать. Вот, ну, как только я купил Wii, вот, я удалил все эмуляторы нафиг. Вот. Так, сейчас мы пойдем еще в одну локацию, которую нет в оригинале. То есть в оригинале тут, вот смотрите, сейчас тут дверь будет, вот она. В оригинале тут двери нету. И здесь это ведет в новую локацию. И тут тоже зомби будут, которых желательно опять же замочить. Ну, потому что иначе я... Вон, прям передо мной, вот как я от него увернусь? Если бы я играл на эмуляторе, я бы на клавиатуре бы мог бы как-то, да, а так... Вот, ну... Они оживут не сразу, так что еще... Вот тут закрыта дверь. Куда она ведет, я говорить не буду для тех, кто не знает. Потом вы увидите, это очень интересно, как они сделали. Причем я когда играл в оригинал, я все время думал, что в том месте будет еще дверь. Вон, видите, зомби ходит. Вон он, смотрите, видите, он не может пройти через забор. Я его тоже не могу. Вот, тут у нас плита. Вот, мы только что нашли стрелу. Вот. Ну, так же, как в оригинале, тут можно крутить вещи, их осматривать. Вот, и вот мы, значит, из этой стрелы головку взяли. И вот ее как раз мы сейчас будем использовать сюда. Так. Это все новая локация, которой в оригинале нету. Так. Это типа подземелья. Вообще тут еще будут такие подземелья. Они будут очень интересные, очень оригинальные. Вот. Теперь смотрите. Тут у нас 4 места, где нужно поставить на каждое маску. То есть в оригинале у нас было, нужно было собрать такие кругленькие штучки. Помните? Ну, кто играл. Кругленькие такие штучки, вот. А здесь это поменяли на эти маски. Вот, то есть такое изменение небольшое. Вот. Тут, видите, наверху гроб, механизм крутится. И вот у нас здесь книга. Все. Давайте сразу. Значит, книгу тоже надо исследовать. И вот сзади ключик находится. Не то. Это ключ как раз от особняка. Так. И вот, значит, у нас сейчас будет подсказка про маски. Вот. Это, значит, про каждую маску рассказано, видите? И в конце написано, когда все 4 маски будут на месте, зло проснется. Это очень клево, блин. Ну, я, конечно же, не буду спойлерить, чего будет, но это будет очень прикольно.
Так, а еще можно исследовать ключ, посмотреть, что такое. Это ключ-меч. Вот, ну, у нас на карте не показано вроде, где какой ключ нужен. Просто ты как бы смотришь, вот красные — это закрытые двери, серые — открытые, синие... Нет, серые — это то, где мы не были, синие — это открытые двери. Вот. А куда использовать этот ключ, ты должен как бы сам находить. Теперь вопрос, где зомби? Если он передо мной, Крис прицелится. Да, он передо мной. А, он за этой оградой. Я вперед спешить не буду, пусть лучше он выйдет сюда, и я его пристрелю. Нет, пока он за оградой находится. Тут буквально каждый укус у тебя здоровье много отнимает. Ну, то есть, как бы... Если в оригинальном... Тут у тебя... У тебя три, короче, этих... статуса. Обычный, предупреждение и опасность. То есть, когда опасность, опасность, то все. Тут патроны должны быть какие-то, ну... Но они мне, в принципе, тоже не нужны. Вот, три. Нормально. Ну, то есть ты в порядке, когда потом второе предупреждение, третья опасность. То есть, например, если в оригинале нужно несколько укусов, чтобы у тебя статус поменялся. То есть несколько укусов, и у тебя статус меняется на на опасность, на этот, на... Ну, то есть статус меняется с... Несколько укусов тебе надо сделать, да? Вот. А тут буквально с каждым укусом он меняется, поэтому тут очень с этим делом строго. Так, теперь давайте сейчас возьмем тут сохранение, пока сохраняться не будем. Вот, просто я в прошлый раз, когда я начал проходить, я забыл, где зомби тут в этом режиме. То есть, как бы, заново игру переиграть, да? В принципе, этот режим обычный. То есть, как бы, если бы ты начал игру с нуля. Вот, это такой же режим, но единственное, что тут добавлено, это тут в некоторых местах бегает зомби, в которого стрелять нельзя. Вот. Так я забыл, что он будет в той комнате, когда я начал проходить. Вот, забыл совсем, и случайно его убил, и все. Но на этот раз-то я помню, поэтому мы уже не будем в него стрелять. Так, теперь у нас выбор есть, пойти сюда или пойти в другое место. Вот, я не знаю, но сюда, наверное, пока смысла идти нету, потому что это ведет в то место, где нам нужно будет один предмет, а у нас пока его нет, поэтому давайте пока поднимемся сюда. Так, я сейчас хочу сюда пройти сначала. Нет, тут еще закрыто. Просто я закрыться точно не помню, как тут чего делать, потому что я в основном... Вот, как раз. Я в основном за жил проходил. Вот. Тут тоже должны быть зомби. Они там. Потом они все будут бегать. Нужно будет выбрать, кого сжигать. Только один? Да, только один. Вот я не помню, зачем это надо. То, что мы сейчас нашли. Но место у меня уже закончилось. А, вот, ну-ка. А, это... Помните это самое в оригинале? Там есть головоломка с пианином. Надо ноты найти. Вот это как раз для нот. Так, теперь у нас два пути. Сюда или в ту дверь. Если мы сюда пойдем, там прям сразу будет зомби стоять. Поэтому пойдем сюда. У меня уже места нет. Но там внизу сундук. То есть сейчас мы спустимся вниз, там сундук внизу. Так, ну у меня уже места нету. Это мне нужно взять как раз. Это мне не нужно. Шашки. То есть шахматы, я извиняюсь. Так. Значит, тут предмет, который нужен для игры нам. Так. Значит, да, теперь документы. Смотрите, я это все уже знаю. Я это сейчас читать не буду, потому что это время будет все занимать. Кому интересно, вы нажимайте на паузу. То есть я буду проматывать, вы нажмите на паузу видео, прочитайте и дальше смотрите. Вот, ну что, а так есть, это очень много времени займет. Значит, поехали. Так.
очень темное место, даже на записи вы его не увидите. Но тут видно, что тут шкафы с книгами стоят. И вот еще один шкафчик, он открытый здесь. Так, а тут ничего нет. Так, теперь пошли сюда. Сейчас прям зомби сразу будут. Тут их трое даже будет. Один здесь. Второй прямо по курсу, вон там. И третий внизу. Давайте сначала посмотрим, какой-то из этих дверей ключ подойдет или нет. Нет, сюда нет. Дальше. В оригинале зомби был здесь, прямо за поворотом. Вот, тут сейчас его нету. О. Так. Тут сейчас будет закрытая дверь, которую мы откроем позже. Чуть ли не пол игры надо пройти, чтобы ее открыть. Вот, и тут камин. Тут нужно поджечь карту, ну, так же, как в оригинале. То есть, поджечь эту штуку, чтобы карту получить. Вот. Что-то я не помню, что-то еще надо сделать, чтобы... Что-то еще надо сделать, чтобы карту получить. Вот я не помню, что... Вот это. А я думал, это для нот нужно. Но я чисто сейчас догадался сам. Вот, карта. Второй этаж. Подождите, я думал, что это для нот. То есть ты как бы находишь эту фигню, потом находишь ноты. А это оказалось... Вот, это все. Давайте тут, я как бы запомнить мне, что тут находится. А, ну давайте возьмем. Потому что все равно мы сейчас пойдем в сундук-то вниз. Так. Сейчас еще одно интересное изменение. Хотя вы, когда вначале вы уже, наверное, поняли. Просто я об этом забыл сказать. Смотрите, тут некоторые места такие есть. Вот, например, тут лестница. В оригинале тут идет загрузка. То есть это разные локации. То есть если ты на первом этаже, потом спускаешься вниз, идет загрузка. Соответственно, чтобы подняться с нижнего этажа сюда, тоже загрузка. И зомби между этими локациями переходить не могут. Но тут в ремейке тут никакой загрузки нет. Тут эта локация одна. И зомби могут сверху вниз переходить. Вот это очень прикольно вообще. Вот он внизу стоит. Вот его мне нужно будет сжечь обязательно, потому что тут в этом месте я буду много раз ходить. Тут находится и сохранение, и это самое. Коробка с патронами. Вот сейчас он заберется ко мне на лестницу, и я его застрелю. То есть те места, которые ведут коробкам к ящикам... И к сохранениям там обязательно нужно зомби сжигать. Потому что, соответственно, эти места не самые важные. По этим местам ты будешь все время бегать. Они тебе нужны, поэтому тут нужно зомбиков убивать, чтобы не мешались. Так, вот мы в комнате сохранения. Конечно же, значит, у меня сразу тут пистолет бесконечный почему-то. Получается, что у меня будет все оружие бесконечное, не только ракетница. Пока растения уберем, ключ не будем убирать. Смотрите, у меня было сейчас 3 сохранения, плюс я еще 3 нашел. Вот ключ, кстати. Давайте пока сейчас... Значит, тут что? Тут записка. Видите, белая лежит. Но почему-то ее брать не хочет. Во. Тут как раз было написано про то, что нужно зажигать их. Смотрите, если ты за Джилла играешь, у тебя тут отмычка. Зажигалку нужно находить дополнительно. Вот в левом правом углу, если очень ярко, вы не видите, у меня тут зажигалка. А можно, кстати, ее осмотреть. Вот. Значит, если ты играешь за Криса, зажигалка у тебя уже сразу есть. Вот. Чтобы сжечь зомбиков, нужно взять вот эту вот фляжку. Вот. И вот белая — это канистра. Наполнить фляжку этим керосином. Вот. Но, видите, только 2. Их ограниченное количество. То есть, тут, например, сейчас мы взяли 2. Тут, например, их 6. То есть, можно взять еще 2, еще 2, еще 2. Всего 6, например, здесь. Или даже 4, я не помню. То есть, очень мало. Вот. Сейчас у нас есть 2. То есть, мы можем сжечь 2 зомбиков. Вот. И тут еще... А, тут... Ну, этот ключик, он обычно дает к патронам.
как сказать-то, ящики открывает, где патроны находятся. Так, я хочу взять этот ключ. Сохранение. Ну что, сейчас давайте сохранимся. Так, ну давайте сначала. Ну хотя ладно, давайте сохраняемся. Я только что понял, что я увлекся. Сейчас посмотрю, сколько я уже видео записал. Я, знаете, так увлекся, я бы еще час-два бы сидел записывал. Вот, но я забыл, что я записываю, блин. Уже 26 минут прошло. Я увлекся. Ладно, переходим на следующее видео.